Дорожная тема вновь на повестке дня у главы города. Дороги Владивостока должны быть современными и качественными. Однако ремонтировать все сразу и комплексно не позволяют средства. Помочь привести трассы в нормативное состояние может федеральная программа «Безопасные и качественные дороги». Нужно проанализировать все дороги, расставить их в порядке приоритета. В том числе обратиться к жителям. Мы обязательно это сделаем, проведем такой опрос. Может быть, несколько эфиров и на радио, то есть и на встречах с жителями, для того, чтобы нам очень правильно расставить приоритеты. Расставить приоритеты – основная задача на сегодня. Основательно ремонтировать нужно дороги с плотным трафиком. Одна из них – спуск на капитана Шефнера. В этом году ямы зальют битумом и частично положат новый асфальт. Следующим дорогу ждет капремонт. В приоритете также улицы Баляева и Луговая. Эти развязки ежедневно пропускают тысячи машин. Также планируется включить в программу улицу Монтажную. Она хоть и небольшая, но соединяет два микрорайона. По ней можно выехать на Добровольского, в том числе к видовой площадке, популярной у туристов и горожан. Будет отремонтирована и дорога на Нерчинской. Нерчинская действительно в плохом состоянии, то есть ее целесообразно делают. Но еще больше приоритет, если мы сможем эту дорогу сделать из тупиковой, проездной, да, вы отработаете суда по земельным участкам. Ориентировочной стоимости и маршруту выхода этой дороги на Гоголя. В этом году ее оформят в гравийном варианте. В 2018-м будут включать федеральную программу, делать бетонное основание и асфальтовое покрытие. А вот другие улицы, такие как Калинина, Акатовая, Стрелковая, Харьковская, Черемуховая, Каплунова, скорее всего, отремонтируют за средства городского бюджета. Катерина Матвеева, новости на Восьмом.